Совет муниципального образования город-курорт Анапа состоит из 27 депутатов. Всего в качестве кандидатов зарегистрировано 60 человек. Мы определим результаты праймериса и направим их в Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» для согласования и последующего выдвижения местным политсоветом. Четыре кандидата выступили перед собравшимися, рассказали о себе, о трудовой биографии и, конечно, сделали акцент на приоритетных для себя направлениях работы народного избранника. Предварительное внутрипартийное голосование – это референдум доверия для действующих депутатов и отличный старт для ярких, молодых, сильных политиков. По итогам праймериз будет утвержден окончательный список кандидатов в депутаты Совета города-курорта Анапа.